Да, пожалуйста. Президент Межрегионального узбекского землячества Баратов Усман Акрамович. Спасибо за предоставленное слово. Все мы знаем, что самое большое количество трудовых мигрантов в России – это граждане Узбекистана. Исходя из этого, соответственно, трагические события и, соответственно, пропорционально больше среди узбекистанцев. Не успеваем труп отправлять. В день иногда бывает по два и более. На днях вот парикмахера узбека убили средь бела дня здесь, в Внуково, Московская область, за то, что плохо постриг. Тот заколол его средь бела дня, люди смотрят, это в роликах есть. Да. В этот день отправили, значит, гроб Фергану. В этот же день с Домодеда с полчасовым разницей еще один гроб с Домодедовского аэропорта в Самарканд. Его поезд был. И того 24 года, и этого 24 года. Оба не женаты, по одному сыну в семье. Вот. И каждый раз проблемы, вот отправлять их, откуда деньги брать. Вот я за минуту такого, как сюда зашел, за минуту начал собрать, у меня еще один звонок был, еще один труп, 21 числа, после футбольного матча, убили еще одного узбека из Каракалпаки. Там скинхеды говорят, я сейчас после собрания буду, значит, этим заниматься. Тоже опять вопрос отправки трупа. Вот цинк, гроб, самолет, это немалые деньги, начиная от 70 тысяч и выше. Ну, если там бальзамирование, там больше, значит, еще там и 100 превышает иногда. Когда мы в прошлый раз проводили круглый стол в Мытищах, то денег как раз еще, там еще один труп отправляли. Вот, в этот же день, после круглого стола. Как-то нужно вопрос решить и в этих отношениях. Жизнь, она идет где-то случайно, там машина сбила, как в Мытищах, где-то зарезали и так далее. Все упирается в деньги. Вот устал я уже, значит, шапкой ходить. Давайте деньги скидывать на отправку трупа. Государство собирает трудовых мигрантов большие деньги. А вот когда что-то погибает, наверное, государство нужно, наверное, поделиться тоже этим. Тоже, я думаю. Вот только что вначале Евросиния выступала, тогда она говорила, что это намечается повышение цены за патент. Вы знаете, уже у нас у соседей в городе Москве уже повысился. Вчера, по-моему, уже вступила Московская городская дума, уже вынесла постановление повысить 4900 рублей до 4500 рублей. На 300 рублей вчера уже не повысили. Московская область, наверное, скорее всего, пойдет по тем же стопам. Наверное, нужно все-таки вообще вот убрать эту ненужную патентную систему. Нигде в мире, я и раньше говорил, что не существует платы за то, чтобы человек работал. Он работает, приносит материальные прибыли этому государству. Это абсурд. Из-за этого и нелегальное количество нелегалов больше растет. Вот буквально позавчера последние данные Министерства внутренних дел Российской Федерации на позавчерашний день, по их подсчетам, 2 миллиона 600 тысяч нелегальных трудовых мигрантов в России находятся на сегодняшний день. МВД. Они всегда снижают количество. Вот. На самом деле их намного больше. По моим личным подсчетам, только одних узбеков, где-то около миллиона нелегальных трудовых мигрантов. Ко мне обращаются и всегда спрашивают, а сколько ты уже находишься здесь в нелегальном положении? Начиная от количества дней, недель, месяцев. Года 2, 3, 4, 5, 10, 12 в Москве было. Там у меня уже дети здесь родились, в школе учатся, а как ты сходишь? Ну, если меня остановит, там денежка дам, все пройдет. Вот. И мне там в Сибири звонили уже 15-16 лет. Да, 15-16 в тайге там. И вот буквально на днях одна семья, мамаша, уже старшая дочка, которая здесь родилась, уже ей 17 лет. Уже школу здесь закончил, до сих пор документов нет. Она еще до рождения дочки, до этого прибыла. Тоже почти 20-19 лет уже нелегально. Вот такие даже есть. А почему вопрос возникает? Переходят люди на нелегальное положение. В таком огромном количестве. Если уже МВД признает такое количество. Да, потому что, наверное, люди вынуждены получать, переходить на нелегальное положение. А именно, значит, получают, что законы Российской Федерации заставляют их переходить на легальное положение. Что нам нужно для этого делать? Наверное, либерализовать этот закон, смягчить эти законы. Уже несколько лет как ужесточены, от 2012 года, начиная резиновые квартиры, потом другие моменты, патентная. Ну, кнут, 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 когда даже кого-то пытают, вот там палачи в средние века,
Он же говорит там, да он уже ничего не чувствует там, да хватит его пытать, он же ничего не чувствует, хватит. Снимать его с дыбы, бесполезно уже выбить его там и так далее. Но она уже бесполезна, но она все-таки нужно облегчить. Например, что нужно для этого сделать? Ну я навскидку так, я не готовился вообще выступить так навскидочку, да? Но, наверное, применить акт амнистии в отношении трудовых мигрантов. Около 2 миллионов человек запрещены въезд в Российскую Федерацию на сегодняшний день. Это, в основном это граждане Российской Федерации. То есть это бывшие граждане Советского Союза, извините, оговорился. Вот. Наши бывшие сограждане. В отношении, мы применяли акт амнистии 70-летие Победы и Дни Конституции. Кто совершил преступление, срок лишения свободы, которому предусмотрено до 5 лет. А кто дорогу где-то не там перешел, им акт амнистии почему-то мы не применяем. Это нонсенс юридический. Я и раньше об этом говорил, еще раз повторяюсь там, в душевых словах. Потом, значит, аннулировать плату за патент. Вообще, давайте начнем с Московской области. Потом с нашего возьмет пример. Потом, вот ко мне вот, тоже обращаются, в день там 20, 50, 30 звонков, как минимум. Я когда вопрос, а половина из них нелегалы. А почему, говорит, да, я получаю 20 тысяч рублей, если, да, я должен заплатить за патент 4200, за квартиру заплатить несколько тысяч, за регистрацию покупаю, где он там на самом деле не живет, тоже деньги. Естественно, питание, деньги, телефон, где-то на улице все равно милиционеру даю руки. Одеваться, обуваться, а еще домой посылать. А смысл как у вас остается? Поэтому они добровольно просто переходят в нелегальное положение. Просто перестают платить за патент. И потом, поэтому такие астрономические цифры. И вот и последнее заканчивая, да? Вот. Да, регистрация нужна, да, там борьба с там всякими криминалами и так далее, но надо как-то ее либерализовать. По моим подсчетам, более 90% иностранных граждан, которые где-то якобы зарегистрированы, они по месту регистрации не живут. Не живут абсолютно. А по законодательству, если полицейский его ловит на том месте, где он не живет, он подлежит выдворению, если через суд на 5 лет, если без суда там протокол на 3 года. Если он там более 9 месяцев нарушал закон, то на 10 лет запрет на въезд. Плюс, естественно, штраф и прочее, прочее. Эта категория тоже потом переходит на нелегальное положение. Мы сами их заталкиваем на нелегальное положение. России нужно вот эти вот МВД, если дают 2 миллиона 600 тысяч, а на самом деле где-то, наверное, под 5 миллионов нелегально положено. Значит, они в тени, мы их об их не знаем. Может, они какие-то еще там, может, и криминал. Я думаю, этого не нужно. Наверное, регистрацию нужно какой-то другой институт регистрации поменять. Пусть, может быть, регистрируется не на квартирах, да, а в том отделении полиции, где он работает. Вот, пришел в полицию, зарегистрировался, раз в месяц пришел или раз в полмесяца отметился, расписался, я здесь. Это, по-моему, даже лучше будет. Вот такие моменты, наверное, нужно нам подумать и... Наша рекомендация, наверное, дать, может быть, московское правительство выйдет с законодательной инициативы в Государственную Думу. Субъекты федерации имеют право законодательной инициативы, и и муниципалитет в область, а область в федерацию. Таким образом, наверное, нужно поменять законы. Вот вы избили меня, разговаривая. Вот, да. Это вот по моим выступлениям. И теперь по рекомендации. У вас тут троих рекомендаций, я никогда не... Спасибо, Усман Акамович. На самом деле вопрос совершенствования миграционного законодательства – это очень сложный вопрос, который тоже, к сожалению, продвигается не так быстро, как хотелось бы. Так, вот там был желающий выступить. Да, представьтесь, пожалуйста. Петросян Айказ Рачикович, городской округ Лобня. Представляю общественную палату города Лобня, по межнациональным вопросам. Во-первых, огромное спасибо за то, что организовали такой круглый стол, пригласили главу города. Это уже дает особый статус нашему мероприятию. Мне очень приятно, что вы пригласили не только представителей общественных организаций, привлекли, значит, общеобразовательные школы, другие организации, которые заинтересованы в том, чтобы в самом деле не было никаких.